Всем привет, дорогие друзья! Здрасте! С вами Андрей Беттер, Никита, как всегда, мы в теме. И исполняется 12 апреля нашей любимой игре Warface. Любимой игре, Никитос, да? Я люблю ее вообще, просто сказал бы как. До безумия, 5 лет ей исполняется. Это 5-й день рождения, получается, у нас. И в первую очередь мы бы хотели поздравить всех разработчиков Warface. Да, обязательно. Да, игроков, игроков, вас, бойцы, поздравим мы с 5-летием этой игры. Надеюсь, она будет развиваться, продолжать в том же духе. Но, и, конечно же, будут топовые пушки. Не у нас, пушки у нас будут за варпаксы. Мы надеемся это. И вскоре, я думаю, ведут, они подумают и ведут коробки удачи за короны. Это будет вообще огонь. Вот, ну, сегодня мы поговорим не об этом. Итак, 5 лет Warface, Никитос. Смотри, значит, что у да, нас есть. Честно, сейчас сам. Игра празднует 5-й день рождения. Присоединяйся к веселью. Мы присоединяемся. Выиграйте крутейшую игровую станцию, ребят. Это надо сделать репост. Никитос, ты готов сделать репост? Я вообще... Кто ответственен за эти репосты? Я не какой-то... Что делать? Ну, кто ответственен за репост? Я не знаю, блядь. Короче, в этих репостах вы можете выбрать... Выиграть игровой ПК мощный, компьютерный для геймеров. Можете катать там Warface, Warface и еще раз Warface. И больше ни во что, короче. Стул, топовый стул, Никита. Вот как на Open Cup, прям вот такой же. Прям. Понял? А, кресло, будут, да? Короче, там, да. Не кресло, а этот как... Кто? Ну, ну кресло, ну вот. Да, там, ты... там видел, какие такие стулья? Там простые стулья, как, блядь, в офисе, простые. Как у меня дома, ёбаный кухня. Это буренка, блядь, стоит. Вот. Две видеокарты Asus не, горшок GTX вообще, да? 1000. Две топовые, понимаешь, топовые видеокарты Asus GTX 1080. Да. Это... И понимаешь, и ты их не выиграешь, понимаешь? Материнская плата, 32 гигабайта скоростной памяти, SSD, подсветка, короче, вся, весь фарш за один репорт. Фак, репорт, ну короче, да, ребят. Можно репорт. Ну, может, и репорт кинуть на кого-нибудь, может, повезет кому-нибудь. Я на тебя кину. Вот. Блять, меня залагало. Что за хуйня? Алло, насколько дали мне ее? Ребят, ты это не дело. Не получается стирать эти билеты вообще. У меня вообще просто. Я когда его стираю, друзья. И у меня все виснет, все лагает, короче. Ну ладно, это не суть. Короче, чтобы, смотри, чтобы получать эти билеты. Нужно выполнять каждый день какие-то задания. Задания, как понимаю. Задания, да? Я оставлю вот. В описании. Десятое. Ссылку на них. Что, вот это, да? А? 10 апреля, да? Вот это выиграйте матч. Да, 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 вот список весь. 10 апреля, 11, 12, 13, 15, 16. Ну, это я оставлю вам ссылочку, вы будете это все смотреть и выполнять. Чё? Золотая коробка за 100 убийств. Тоже хочу. Смотри. Каждый день вы можете получать золотую коробку за 100 убийств. Неважно где. Будь это спецоперации, ПВЕ... Всегда в игре. Да. Вот и у меня уже выполнено 20%. Когда будет 100%, вот здесь, вот на вот этой вот штучке, игра еще у вас появится, забрать коробку. И все, она переходит к вам на корзину предметов, и вы можете там что-то выбить золотое, я думаю. Я так думаю, никто. Ты как думаешь? Нет, okay. Я, короче, слушай, поскольку это Warface, выпадет флешка на один день, вот и все. Ну, хотя бы флешку дадут. Бонусы на серверах. Купайтесь в наградах в честь дня рождения Warface 10 по 16 апреля от 150% наград за бои в опыте и варбаксах и очках поставщиков. Ну, это понятно, это каждый год. Вот, подарки за входы. Каждый день, друзья, вам будут выдавать скины. Праздничные скины, как было каждый год почти. Ну, вроде не... Или каждый день, я не помню. Ну, в том году они были тоже. Каждый день. В том году. Да, это будет, Рина, будет. Это снайперская винтовка М4, что-то там, я не помню уже. Это ПМ-84, инженерная, это Дарья, мед и МБЛ штурмовик. Слышь, ты на листочек, что ли, все записал? Алло. Нет, ну я-то знаю, как они выглядят. Вроде бы. Ну, вроде бы я не ошибся. 3000 корон. 3000 корон. Дают на 6-й день. И на 7-й день супер VIP ускоритель. Я так думаю, что будут давать его на один день. Но все же, это что-то есть. Что-то стоящее. Участвуйте в наших конкурсах. Наш... Кстати, Никитос, ты будешь участвовать в кулинарном конкурсе? Праздничный обед. Буду готовить. Конечно, буду. Друзья,
Буду, да. Никитос на YouTube будет выкладывать видео, как он будет готовить кулинарный конкурс. Праздничный обед. Мы все, и все это. Да, видим. Подписывайтесь на канал, все будет в описании. На канал, и увидите праздничный обед. Конкурс скриншотов, друзья, моя команда. Собирайте команду. Собирайте команду. Делайте скриншот как-то поэффективней, может быть поугарней, чтобы было смешно, чтобы было круто. Выкладывайте, и вы можете победить в этом конкурсе. Все ссылки я оставлю под видео в описании, вы будете знать. Читать. Да, конкурс репостов. Вот. 5 лет строю, это когда это компьютер выиграть можно. Конкурс плакатов, игра на 5. Это плакаты какие-то, и это я не знаю. Я еще не читал, празднуем в прямом эфире в Одноклассниках. И тематическая викторина на YouTube. Получи бонусный билет, поделись. Слушай, Андрюх, чего? Слышишь, тема такая? Конкурс, типа, я вот, например, репостну, да? Да. Допустим, я репостну. А конкурс, типа, когда завершится? Нет, конкурс завершится до 24 апреля. Будет конкурс. Ох, нифига себе. Вот. Ну, в общем, друзья, все. Это все, что я хотел вам. Мы хотели вам сказать. Показать. Я, кто мы-то? Если вам понравилось это видео, если вы чуть-чуть поугарали над нами. Подписывайтесь на канал. Дай бог здоровья. Подписывайтесь, ставьте лайки. Надо мной. Да. И на меня подпишитесь. Впереди еще много-много всего крутого, как обещают нам разработчики. Будем ждать. Будем хайпить. Будем ждать, смотреть, подозревать, играть. Дай бог здоровья. Всем удачи. Всем пока. Пока.